около 150 организаций и предприятий Алмазного края. Более 30 тысяч участников праздничной демонстрации. Жители Ленского и Мирнинского районов отметили День единения трудящихся. Начинаем торжественную демонстрацию, посвященную празднику весны и труда. В Мирном основные предприятия стартовали на центральной городской площади. Более 7 тысяч жителей в составе колонн своих предприятий прошли по центральным улицам. Кстати, впервые за долгие годы в их числе были и работники медиакомпании «Алмазный край». Чудесное настроение. Впервые колонны медиакомпании за последние, уже можно сказать, больше 10 лет идут в составе парада. Это здорово, замечательно. Погода чудесная. Благодаря тому, что наша компания вышла первый раз на демонстрацию. Все красиво, ярко, замечательно. Также в этом году Ленск установил рекорд по количеству вышедших на демонстрацию колонн. Их оказалось 46. По традиции, самым многочисленным в Ленске является ряд «Алмаз Дуртранса». Ежегодно на шествие коллектив предприятий выходит полным составом. Еще организация постоянно участвует в конкурсе на самую лучшую колонну. Так и в этом году приготовления шли заранее. Всегда принимаем участие, всегда наряжаем. Самое главное. Праздник всех трудящихся, мы же тоже трудимся. Вот и на праздники ходим каждый раз, наряжаем машины. Как вы наряжаете машины? Ну как, дружно, смеясь. Коллективно наряжаем. В Айхале в этот день вспомнили об истории праздника. После праздничного парада устроили массовые гуляния в стиле советских времен. На Соборной площади провели партсобрание, на котором отмечали передовиков производства и провели гимнастику. Также жители поселка смогли, как в старые времена, на улице поиграть в домино и шахматы. Но самыми популярными местами стали фотозона и буфет. Мне понравилось, как работают все команды. Еда здесь тоже вкусная. Мне все здесь понравилось. Очень сильно хорошо и постарались. Праздник, ощущение какого-то праздника. Все такие радостные. Мир, труд, май. Мира и благополучия вам, дорогие труженики, удачного! Ура! На центральной площади самого северного городка района буквально негде было упасть яблоку. Там удачницы вместе с 1 мая отметили проводы зимы. Для всех жителей города было подготовлено театрализованное представление, участниками которого стали работники комбината и сами жители города. Также провели игры, посвященные Дню единения трудящихся. Напомним, что накануне праздника профсоюзом «Профалмаз» был объявлен конкурс за лучшее оформление колонны. Участие приняли Ленск, Удачный и Мирный. Пока итоги только подводятся. Скоро мы узнаем, кто получил главный приз – 40 тысяч рублей. Злата Курбанова, Артур Голиков, Илья Засухин, Роман Ларин, Василий Потапов, Денис Сиротин, Сергей Марков, Сергей Счастный, Антон Бабкин, телеканал «Алмазный край».